В Москве действует агент американской разведки по кличке Трианон. Он информирует своих хозяев по широкому кругу вопросов, в частности, о советских поставках Республики Нагония, в которой ЦРУ готовит военный переворот с целью свержения прогрессивного правительства Джорджа Гриссо. Поиски агента Трианон, который возглавляет генерал КГБ Константинов, пока безрезультатны. Снимается подозрение с Парамонова. В Луисбурге убит Айвен Белью, единственный, кто знал агента Трианон в лицо. В Москве умерла Ольга Винтер, на которую падали серьезные подозрения. Выясняется, что вскрытие трупа Винтер не делалось по просьбе ее отца, так как Ольга, формально еще состоящая в браке с Зотовым, была беременна от Дубова. По приказу Майкла Вэлша, региональный резидент ЦРУ Роберт Лоренс и его заместитель Джон Глэб разворачивают операцию прикрытия Трианона. Они разрабатывают план провокации против Андрея Зотова, которого хотят подать советской контрразведке как Трианона. Глэб тщательно инструктирует Пилар, который предстоит реализовать этот план. Пилар приходит к Зотову. Сообщив ему о смерти жены, она под большим секретом рассказывает ошеломленному Зотову о том, что Ольга работала на ЦРУ. Пилар старается доказать ему, что это обстоятельство делает невозможным возвращение Зотова на родину и уговаривает его остаться на Западе. Зотов отвергает это предложение. Тогда дело завершает генерал Стау. Зотова арестовывают. В квартире его обнаруживают заранее подброшенные предметы, изобличающие его как американского шпиона. Зотов пытается вырваться из рук провокаторов, и один из полицейских тяжело ранит его. Славину удается проникнуть в психбольницу под Луисбургом, где Глэб держит свою жену Эмму Шанс, которую когда-то сам сделал наркоманкой. Эмма ненавидит Глэба и рассказывает Славину о его связях с бывшими нацистскими преступниками. Тем временем в Москве контрразведчики все пристальнее всматриваются в Сергея Дубова, человека, ради которого Ольга Винтер оставила мужа. Генерал Константинов ставит под сомнение естественность ее смерти и настаивает на эксгумации трупа Винтер. В результате медицинского обследования выясняется, что Ольга Винтер была отравлена ядом быстрого действия, выработанного за пределами Советского Союза.
Геннадий Иванович Сидоренко. Так точно. Это я вам звонил. А, я вас жду. Прошу. Русский шпионаж в Луисбурге. Таково общее мнение об аресте Зотова. И лишь единственное издание, близкое к американскому посольству, опубликовало странный комментарий. Я цитирую. Передатчик в тех странах, которые считают себя свободными, не есть улика. Колонка цифр может и не быть шифром. Так что арест русского инженера представляется нам досадной ошибкой, если не преступлением. Ибо, как нам стало известно, одна американская фирма подверглась такого же рода ограблению. Причем неизвестные, похоже, не искали денег. Чья же рука... Слушаю. Джон, привет. Как поживаете? А, здравствуйте, дорогой Вит. Рад вас слышать. Все нормально, как вы? Я прекрасно. А где пропадает Пол? По-моему, он заперся в номере и пишет. Он сказал, что обладает сенсационной информацией. Вит, не хотите вместе пообедать? С удовольствием. Вот только попытаюсь прорваться в больницу к Зотову. Почему в больницу? Что с ним? Как? Вы разве ничего не слыхали? Не читаете газет, не слушаете радио? Отстаете от жизни, Джон. Он, говорят, чей-то шпион. Зотов? Перестаньте, он милейший человек. Ну, шпион обязан быть милейшим человеком, если он только профессионал, а не любитель. Ну, так значит, до 7 часов, да? Да, я позвоню вам, Вит. И вот еще что, передайте привет Зотову. Убежден, что это недоразумение. Спасибо, передам. Болезнь 37-го года. Не впадаем, товарищ полковник? В эдакой синдром подозрительности. Да нет, товарищ Сидоренко, не впадаем, уверяю вас. Вы ставите меня в очень трудное положение, товарищ полковник. Сережа для меня не просто, как бы вам объяснить. Словом, после того, как моя жена погибла при бомбежке в Киеве, я ведь так и не женился. Ирочке было тогда 19 лет, она была на 4-м месяце беременности. 30 послевоенных лет я искал смерти. Боролся с бандитизмом, работал в угрозыске, лез под выстрелы. А вот как видите, ни одной царапины. Все это время я, что называется, грелся у чужого очага. Отец Сережи, Дмитрий Кузьмич, был великолепным человеком. Мать... Клавдия Степановна, она сейчас больна, женщина удивительного такта и теплоты. Она сейчас живет с дочерью. Но до этого мы с Дубовыми были не просто соседи, мы жили как одна семья. Сережка вырос на моих глазах. Я всегда относился к нему как к сыну. Вы в прошлом человек военный, подполковник. Вы же понимаете, что я не могу вам открыть все факты. В то же время вы, очевидно, догадываетесь, что мой визит к вам не случайен. Но поймите вы, что при всем уважении я не могу идти против собственной совести. Так ведь каждого человека можно подверстать под шпиона. Ладно. Я, признаться, даже рад, что вы его так защищаете. Скажите, пожалуйста, а как вы относились к Ольге Винтер? О, она была чудесным человеком, чудесным. Дубов любил ее? Он? Хорошо к ней относился. У него бывали другие женщины. Мы живем в такое время, когда на это смотрят несколько иначе. Потом я против того, чтобы человека из-за какой-то случайной связи обвиняли в 7 смертных грехах. Да я тоже против этого, поверьте. Мне просто чисто по-человечески хотелось бы знать ваше мнение. Он любил ее или нет? По-моему, да. Он человек сильный, волевой. Он поставил перед собой задачу добиться высокого положения по работе. Поэтому, видимо, временами был угрюм с ней. Но это не от того, что она его тяготила, мне кажется. И
Потом она очень, как бы это вернее сказать, демократична была, что ли. Умела понимать молодого умного мужчину. Она любила его? Безусловно. Оттого и принимала целиком. Целиком ли? Бесспорно. Геннадий Иванович, как это получилось, что скорая помощь к Ольге вызвали вы? Дело в том, что Сережа очень загружен по работе. Я всегда ему помогаю, чем могу. Ведь я же пенсионер. По-моему, это так естественно. Когда Оленька хворала, она ведь несколько дней была нездорова, я тоже старался к ним заходить, чтобы она не чувствовала одиночества, когда Сережа уезжал по делам. Простите, что я перебиваю вас. Вам не показалось, что в те дни, когда Ольга болела, Дубов обращался к вам за помощью чаще, чем обычно? Простите, я не совсем вас понимаю. Вам не показалось, что Дубову нужно было, чтобы рядом с больной был кто-нибудь еще? Ну, свидетель, что ли? Свидетель чего? Да ну, бог с ним, ладно. И все-таки как-то получилось, что в критический момент Дубова не оказалась рядом с Ольгой. А те дни у него особенно были заняты. Все время какие-то там делегации, бесконечные приемы. Вечером он должен был быть обязательно на приеме. Потом ехать в аэропорт, отправлять делегацию. Поэтому он пришел ко мне, сказал, что Оленька себя плохо чувствует, и просил, чтобы я переночевал у них. Кто же мог подумать, что все так вдруг? И потом он, Сережа, в больницу приехал прямо с аэродрома Шереметьево. Так вот, Геннадий Иванович, мы установили, что в тот вечер Дубов ни на каком приеме не был и никакую делегацию не провожал. Как не провожал? Я что-то не понимаю вас. Вам Дубов говорил, что Оля Винтер умерла от воспаления легких. Я это сам видел, товарищ полковник. Вот, ознакомьтесь, пожалуйста. Это выписка из заключения медиков. Вот здесь. Вы полагаете, что Олю отравил Дубов? Мне тоже хотелось бы ошибиться. Вот для этого мне и нужно, чтобы вы постарались восстановить жизнь Дубова день за днем, с тех пор, как он возвратился из-за границы. Операция «Факел» вступила в свою последнюю стадию. Подготовка практически завершена. В день Х три батальона десантников из группы «Агана», переодетых в форму народной милиции Нагонии, высаживаются с вертолетов в пригороде Савейра, где их будет ожидать 20 бронетранспортеров, 15 легких танков, передислоцированных из джунглей. Пункт «Б» уже подготовлен для хранения топлива и обслуживания машин. Десантники захватывают президентский дворец и в случае отказа Грессу от добровольной передачи власти разворачивают действия, обусловленные боевой ситуацией. Захват дворца должен быть завершен к 8:30 утра. Другой отряд десантников овладевают телерадиоцентром и ровно в 9:00, обычное время начала телепередач в Нагонии, Агана выходит в эфир. Обращение Агана к народу должно быть записано на пленку, чтобы исключить возможные неожиданности. Ну, что скажете? Признаться, этот план мне кажется небезупречным. На первый взгляд, все вроде бы симпатично. Но мы не можем ввязываться в столь крупную и ответственную операцию, не подготовив соответствующим образом международное общественное мнение. Нагоние связано договором с Россией, и если русские будут верны своим обязательствам, они могут вмешаться в конфликт. Кроме того, Огано в своих публичных высказываниях, словом, его контакты с нами, просматривается столь очевидно, что африканцы могут подозревать его в неискренности. Это мнение сходится с информацией Трианона. Агана следовало бы более резко отмежеваться от империализма, подвергнуть критике пассивность Госдепартамента, его слишком
осторожном сдерживании прокремлевских элементов, а он вместо этого... Вы напрасно думаете, что мы упускаем эту проблему из поля зрения. Вот примерный текст моего завтрашнего выступления. В то время, когда мою страну упрекают в поддержке сепаратистов и называют при этом сторонников мистера Угано, я не перестаю удивляться недобросовестности такого рода обвинений. Речи мистера Угано проникнуты духом радикализма, и его критика в адрес моей страны не оставляет сомнений у беспристрастных наблюдателей в том, что этот человек далек от тех идеалов, которым мы преданы, и мое правительство не может нести ответственности за действия мистера Угано. Связывать его каким-то образом с целями и методами нашей внешней политики значит клеветать на мою страну и мое правительство, ну и так далее. Дело не только в Угано. По-моему, вся работа по подготовке операции сделана наспех. Африка убеждена, что войска Угано проходят подготовку под руководством советников из ЦРУ. И что его радикализм санкционирован Вашингтоном. Я уверен также, что мы в недостаточной мере контролируем контакты Угано. А предстоящие на африканском континенте акции должны быть соответствующим образом мотивированы на международной арене. Что-то я не очень хорошо вас понимаю, мистер Лоренс. Конечно, осторожность и благоразумие весьма полезные качества в нашем деле. Но не все можно предвидеть, и поэтому мы вынуждены импровизировать в той или иной мере. Мы строим свои планы на данных разведки, а эти данные дают нам основания рассчитывать на успех. Я никогда не был сторонником ускоренной реализации факела. Вы нет. А ваш заместитель Джон Глэб оценивает ситуацию несколько иначе, считая, что если мы сейчас упустим время, то это поставит под сомнение всю операцию в целом. У меня 4 телеграммы, где он толково и обоснованно доказывает, что сейчас самый подходящий момент для нанесения решающего удара. Но пока я резидент, а не Глэб. Да. Вы резидент, поэтому вам бы следовало думать не о личном покое, что, говорят, бывает с возрастом, а о теле, которому мы служим. Мне помнится, что вы в Чили проявляли больше решительности и твердости. Если вы находите, что я не вполне... Никто не сомневается в вашей компетентности. Мне просто хотелось напомнить вам, что вы не единственный, кто честно служит своей стране. И что жизнь... не стоит на месте. Вот и все. Когда ваш самолет? Через 3 часа. Я немедленно свяжусь с Трианоном и еще раз изучу все в деталях. Не скрою, меня смущают ваши сомнения. Поэтому мне нужна информация для принятия окончательного решения. Алло. Да, я. А, здравствуй. Да, давно не виделись. Да, могу, конечно. В Палангу. Ну, хорошо. СВ? Один поедешь? Ладно, сделаем. Хорошо. На 18-е. Сейчас запишу. Хорошо. Счастливо. А? Да, да. Хорошо. Позвоню. Ну, счастливо.
полос-то убери. Вижу, вижу. Чего это ты шепчешь-то? Он у тебя через улицу. Ну, знаешь, осторожность. Но если будешь так осторожничать, ЦРУшники с тобой за версту начнут раскладываться. На перекрестке, что называется, картуз снимать. Да ладно, ладно. Скажите, лейтенант, я не понял из вашего рапорта, а где он держит свою «Волгу»? Во дворе, товарищ генерал, я на плане указал. И зимой? Зимой не знаю. Что, у него нет гаража? В сберкассе он оплачивает один счет, не то же ИСКА, не то... Автолюбитель, но тоже вроде бы ИСКА, может перепроверить? Ну нет, не стоит, вы же сами рассказывали, как он осматривает комнату, когда возвращается. Прямо как волк, товарищ генерал. Станет у дверей, смотрит, смотрит. И голову поворачивает, как орел в передаче «В мире животных». Вот видите, как вы рассказываете? Легко, раскованно, образно. А как пишете документ, так хоть ложись и засыпай. Эонактин какой-то. Что-что? Снотворное эонактин называется. Вот что он сейчас взял? А, это у него там банка на подоконнике. Ну, чуть землей измазано, смято. Должно быть из-под цветка. Почему ее зафиксировали в рапорте? Я подумал, пустая банка, чего там. А если он в нее донесение закладывает? Мне кажется, он идет на связь. Соедините с Коноваловым. Есть. Четвертый. Четвертый, ответьте.
дома на Ленинском проспекте выехал Лунц. Взял направление к Кутузовскому проспекту, мимо университета вниз. На какой машине? Шевроле D204-589. Не отключайтесь, сейчас мы узнаем, куда идет лесник. Что у вас? Чаще докладывайте. Лунц на большой скорости уходит от наших машин. Что делать? В каком направлении едет? К парку Победы. Блокируйте все выходы из парка. Смотрите внимательно. Может пройти машина «Шевроле» номер D004-589. Если остановится, фиксируйте. Хорошо, постараемся. Лунц на высокой скорости свернул шоссе на узкую дорогу, которая ведет от ближней дачи к Триумфальной арке. Притормозил, еще раз повернул и медленно поехал по узкой дороге. Парк блокирован. От посольства отошла машина Джека Карповича. Идет по Кутузовскому проспекту в направлении парка Победы. Где ваши? Есть на Можайке? Да, две машины у выезда из парка, и две медленно движутся в направлении к Триумфальной арке. Пытается фиксировать Лунца. Машина Лунца идет очень медленно. Ну, что будем делать? Все дело в том, что сейчас запланировал ЦРУ. Опять-таки, если это план, а не случайное совпадение. Кто должен передать информацию? Дубов для ЦРУ? Или наоборот, ЦРУ посылает агенту новую инструкцию? А может быть, это контрольный выезд и агента, и людей ЦРУ? Но почему тогда несется в этом же направлении вторая машина посольства? Тогда это не контрольный выезд, тогда это операция. Коновалов на связь. Четвертый на связь. Четвертый слушает. Припомните, мимо машины лесника УМГИМО. Никто из ваших подопечных не проезжал позавчера в 6? Карпович проезжал по Крымскому мосту. Спасибо. Следовательно, он мог видеть машину Дубова УМГИМО. Вы думаете, машина на этом месте? Это некий знак? Ну, почему нет? Ну, скажем, Дубов идет на встречу с Ольгой, машину оставляет у МГИМО. Чтоб кто-то из разведчиков, проезжая мимо, прочитал сигнал как знак готовности к контакту. И после этого каждый вечер он оказывается в парке Победы. Значит, можно предположить, что обмен информацией происходит именно здесь, если я прав. А если нет? Если мы их берем и не находим улик, мы ломаем всю операцию. Дубов законсервирует работу, Лунц поднимет крик, посольство заявит ноту протеста. И, между прочим, правильно сделает.
Снимайте наблюдение с Лунца, снимайте наблюдение с Карповича. Мы сегодня к задержанию не готовы. Внимание! Внимание! Прекратить наблюдение за Лунцем и Карповичем. Повторяю. Наблюдение за Лунцем и Карповичем прекратить. С лесника не спускайте глаз. Будьте особенно осторожны в районе Краснопресненской набережной, а также у его дома. Как поняли меня? Вас понял. Наблюдение с Карповича снято. Наблюдение с Лунца снято. Понял. Знаете, как у нас называется джин? Вы имеете в виду местность или фирму? Я имею в виду Испанию. В Испании джин называется хинеброй, нет? Потрясающе. Вид прекрасно говорит по-испански. Как и всякий разведчик, он великолепно владеет многими иностранными языками. Вы слушайте Джона, он все про это знает. Действительно, как же жить в стране и не знать языка? Ну, попробуй в Гонконге не знать китайского. Сразу провалишься. Скажите, Пилар, а вы никогда не жили в Гонконге? К сожалению, нет. А вы, видно, всюду жили, вид. Нет, в Гонконге не был. Меня туда не пустили, не дали визы. Я указал, что еду туда по делу некоего Вильгельма Шанца. Он работал там в сфере бизнеса. Но нашлись люди, которые нажали на власти местные, и меня завернули. Странно. Но вы описали свой вояж в русской прессе. Да нет, это тема не журналистская. Это скорее роман. Пилар, а вы любите авантюрные романы? Я люблю авантюрные романы. Она любит фильмы про Джеймса Бонда с русскими шпионами, которые вот-вот должны победить, но... потом проигрывают, потому что мы сильнее. Мы? Я не знал, что ваша торговая фирма связана с английской разведкой. А вообще, если бы я был режиссером, я бы снял картину. Вернее, даже не снял, а доснял. Помните эту серию «Из России с любовью» называется, кажется? Так вот, я бы доснял только один кадр. Когда Джеймс Бонд увозит нашу шифровальщицу в Лондон, на экране возникает титр. Операция внедрения прошла успешно. Приступаю к работе. Катя Иванова. Сейчас придет Пол Дик. Продайте ему этот сюжет. Но не продешевите, меньше тысячи не стоит. Ты иногда бываешь плохим коммерсантом, Джон. Поскольку я немножко знаю мир искусств, это стоит не менее 100 тысяч. Платите, согласен. Я могу связаться... с Голливудом. Там больше платят. Я серьезно говорю, у нас отличная связь. Да. Вы убеждены, что вашей рекомендации будет достаточно? Убежден. Вы писали сценарий, Джон? Ну вас, черт увидит. Не надо насмехаться над неискушенным в искусстве коммерсантом. Виталий. Очень красивое имя, правда, Джон? Как Витторио в итальянском. Или в немецком. Вильгельм. О, это, наверное, Пол. Кстати, я встречался с этим Шанцем в Гонконге. Такой седой старик с синим носом. Ну, синим нос у него стал... теперь, а когда ему было около 30, нос у него выглядел вполне пристойно. Он ведь работал в гестапо, а там пьяниц не держали. Солидная контора. Добрый вечер. Пол, милый. Что ты будешь пить? Пить не буду. Сегодня и завтра не буду. Что так? Готовлю хороший удар против вас, Иван. Стоит ли? Стоит. Играть надо чисто. Играть надо чисто. С этим я согласен.
Я даже приготовил вам несколько интересных историй, связанных с нечистой игрой. Хотите, продам? Я пропился, куплю в долг. Ладно, поверю. Я тут начал было рассказывать о Гонконге, насчет местной мафии. Нет, нет, вы сначала расскажите сюжет про Джеймса Бонда. Это очень весело и зло. Значит так, девушка, которую возит Бонд, ну это чекистка, она шлет шифровку в Москву из Лондона. Операция внедрения прошла успешно, легализовалась. Приступаю к исполнению служебных обязанностей. Ну как? Зловещая, между прочим, история. Похожа на правду. Ладно, теперь ваш сюжет. Нет, вы сначала купите этот, про Джеймса Бонда. Вот, Джон предлагает мне 100 000. Это я предложила 100 000, Вит. Вы ошиблись. Покажите мне таких продюсеров, и я за месяц заработаю 1 000 000. 70% ваши. Ну, давайте, рассказывайте вашу историю. Только про Гонконг это мне не интересно. Судьба Зотова меня занимает так же, как вас. Значит, сначала один русский сыграл ящик, потом другой. Не слишком ли много за неделю? Не было бы третьего. Пол, вы должны помнить. На Нюрнбергском процессе по делу СС проходил некто Вильгельм Шанс. Не помню. Мы, американцы, нация без памяти. Тяжелая память мешает жить. Если бы мы потеряли 20 миллионов, у нас память была бы тоже хорошей. Я не помню Шанса. Это, наверное, кто-нибудь из палачей низшего ранга. Да, экзекутор. Мы доказали его участие в 47 ликвидациях. Что такое ликвидация, Вит? Если про жестокость, то прошу, не надо. И так слишком много горького в мире. Ликвидация? Это, как они говорили, полное уничтожение жителей города или деревни, начиная с младенцев и кончая больными. Ужас. Господи, кошмар какой. Это во время борьбы с партизанами. А что, это может служить оправданием? Вам положить лед? Нет, нет, спасибо. Что, Джон, борьба с партизанами может служить оправданием ликвидации такого рода? Бог с вами, Вит. Я просто уточняю факты. Зверства нации отвратительны. Так вот, мы изобличили этого самого Шанса. Он жил в Канаде, но нам его не выдали, и он исчез. А через некоторое время он проклюнулся в Гонконге, но уже с американским паспортом. Нет, по-моему, он там подвязался не то с никарагуанским, не то с гаитянским картоном. Я убежден, что он не стал гражданином Штатов. Да? Ну что ж, это хорошо. Так вот, несколько лет назад в Гонконге случился скандал. В аэропорту была задержана группа местных мафиози с героином. Этот самый Шанс помог бежать одной португалке или испанке. Кажется, Кармен. Такой же красивый и очаровательный, как наша Пилар. И по дороге ухлопал того человека, который взял на себя вину. Он и мистер Лао. Нет, Джон? Почему вы меня об этом спрашиваете? Ну, ты же работал в Гонконге. Вот он и спрашивает. Но я же там работал наездами. Чисто камевоежорский бизнес. А, понятно. Ну, тогда вы не знали местного резидента ЦРУ. Он тоже был замешан в скандале, но ему удалось как-то его погасить. Но угли тлеют. Угли тлеют. Как, Пол, можно раздуть эти угли? Про этого резидента можно долго рассказывать. Да как сказать. Что-то есть, но для настоящего скандала маловато. В нашей стране популярны суперскандалы, Вит. А это будни. Жалкая пародия на крестного отца. Что значит суперскандал? Ну, это когда жена алкоголичка, а муж гомосексуалист и понуждает ее к сожительству с нужными людьми. Или когда сын миллионера вступает в компартию. Взятка, когда превышает 100 000, это еще куда ни шло. Ну, а самое лучшее про шашни президента с компаниями. Это как раз всем нравится, это проходит, особенно у конкурентов президента. Жена есть. В этой истории есть жена, наркоманка.
Состоит в кровном родстве с мужем, попросту его племянница. Дочь нациста, сама участвовала в деле. Как, Пол? Возможно, возможно. Давайте имена. Не интригуйте, я вступаю в дело. Ну что, Джон, как, поинтригуем? Или воздержимся? Я бы на вашем месте поинтриговала. Согласен. Ну, тогда слово за Полом. Что он знает о Зотове? Меня в госпиталь не пустили? Давайте, Пол, вашу версию. А я ее подкомментирую. С этим русским пока ничего не ясно. Пол, вам непростительно говорить с этим русским. А, это у вас называется великодержавный шовинизм, да? Но простите, я просто очень плохо произношу русские фамилии. А вот в этом никогда не признавайтесь. Вас обвинят в низком профессионализме. Газетчик должен знать имена своих противников, даже если они труднопроизносимы. А я не считаю Зотова противником. Он просто выполнял свой долг. Чем это доказано? Мы живем не в тоталитарной стране. Его вину надо подтвердить уликами. А передатчик — это не улика, вид. Вполне могли подбросить. Верно, верно. Сегодняшняя Ньюс написала именно вашими словами. Да, молодцы. Я, признаться, не читал. Как? А это что такое? А, это я читала. Я обеспокоена судьбой Зотова и готова сделать все, чтобы ему помочь. Ну что ж, я тоже готова ему помочь, но как? Ну, это несложно сделать, просто нужно найти людей, которые подсунули ему в квартиру всю эту дрянь. И отыскать тех, кто ломанул сейф у Лоренса. Ну, это не по-джентльменски, По. Это по-джентльменски. Я разговаривал с Лоренсом и уже отправил корреспонденцию в свои газеты. Красота как символ надежности, об этом подумал я, когда беседовал с Робертом Лоренсом. О группе гангстеров, которая забралась в апартаменты International Telephonic. Гангстеры пытались отыскать имена надежных друзей той фирмы, при помощи которой Пиночет свалил доктора Альенде. Как? О, прекрасная шапка, Пол. Это я бы у вас купил. У русских плохо со свободно конвертируемой валютой. Вы исключение, вид? Просто я держу контрастную диету с одним голодным днем в неделю. Экономия в чистом виде. Вы увлекаетесь йогой? Я могу дать вам литературу. Спасибо. Скажите, Пол, это тот Лоренс, который отказался отвечать на вопросы Конгресса по поводу переворота в Чили? Да, тот самый. А-а-а. Спросите об этом меня, ребята. Все-таки я с ним дружу много лет. Он такой же резидент ЦРУ, как я, агент гестапо. А вот интересно, что если бы Пол смог получить документы по поводу того, что работник ЦРУ связан с нацистами, как старыми, так и новыми? Как это можно обыграть в прессе? Вот так вербуют доверчивую, свободную прессу. Вит, а хотите, я покажу вам мою гордость? С удовольствием. Тогда пойдемте со мной. Пилар, а мне ты не хочешь показать свою гордость? Нет, Пол, тебе не хочу. Когда гордятся чем-то по-настоящему, гордятся тайно. Джон, а хочешь, я тебе тоже кое-что покажу? Прошу вас, но вам придется подождать еще одну минутку. Вы любите животных, Вит? Посмотрите, какая прелесть. О. Я нашла эту кошечку на улице и выходила ее. Вы знаете, она доставляет мне немало хлопот. Говорят, это настоящая нубийская кошка. Да? Вас расстроить или лучше сказать неправду? Я всегда, Вит, любила выслушивать правду. До конца. Всю. Тогда и я готова сказать правду. Всю?
Зависит от вас. Только от меня. Я не жена и не клерк, Вит. У меня собственное дело. Поэтому я пользуюсь главным благом жизни. Я независима. Я очень ценю это благо. Потому что пришла к нему из подвала. Так что говорите правду. Это код. Но я никому не скажу. Я умею хранить секреты. Но вы не очень-то хранили чужие секреты, когда говорили о шансе. А разве это чей-нибудь секрет? Ну, чего вы добиваетесь, Вит? Правды. Ответ русского. А я вот, знаете, стала американкой. Я привыкла к точности вопроса, к конкретике задачи, товарной цене, сроку и форме гарантии. А вы сейчас живете по американскому паспорту? Или вам удалось сохранить один из прежних? А? Но вы не ответили на мой вопрос, Вит. Нет, вы положительно любите авантюрные романы. Я боюсь за вас. А вообще-то, лучше, когда в таком деле рядом с женщиной стоит джентльмен. Мужчина с крепкими мускулами и головой, работающий по-американски. Гарантии, точность, деловитость. Хорошо. Я позову Джона. Я здесь, девочка. Я хочу послушать гонконгскую историю мистера Славина еще раз, поподробнее, с глазу на глаз. Ну-ка. Неужели это контейнер? Точно. Ветка. Батарейка. Да ведь это же 373-й элемент, товарищ генерал. Да. В таких магазинах навалом. Thank you.
Дорогой друг, мы рады передать вам привет от вашей очаровательной П. По ее просьбе сообщаем вам, что ваши дела идут хорошо, и те акции, которые она приобрела из вашего гонорара, вложены в дело надежно. Можно ожидать 12-13% дохода на единицу вложений. Однако, поскольку вы просили прислать вам лекарства, изделия из золота и серебра, мы вычли из гонорара $641.03. Следовательно, окончательная сумма к выплате составляет $32.131.09. Должны сказать, что ваша информация представляет исключительный интерес. По оценке нашего руководителя, вы вносите громадный вклад в дело освобождения Нагони от коммунистической тирании. Мы просили бы вас продолжать информировать нас постоянно. Более всего нас интересует на этом этапе тот же вопрос. Известно ли что-либо о нашей помощи группам оппозиционеров? Если известно, то что именно? Следует ли ожидать расширения помощи режиму Грисо? По-прежнему высоко дорожим вашей оперативной информацией о том, когда и откуда выходят караваны судов. В ближайшие дни мы перешлем вам новые рекомендации и все то, о чем вы просили в прошлом сообщении. Хотим порадовать вас. Все ваши опасения могут быть теперь перечеркнуты. Известный вам человек введен нами в игру операции «Прикрытие», и все возможные подозрения будут обращены на него, во всяком случае, в течение ближайших нескольких месяцев. Затем мы, вероятно, законсервируем на какое-то время радиосвязь и обсудим новые формы нашей дальнейшей работы. От всего сердца приветствую, ваш друг Майкл Велш. Послушайте, Вит, мы не реагируем на ваше разоблачение, как, впрочем, и вы на наши. О, мистер Глэб, на разоблачение такого рода, о которых я сказал лишь намеком. Вы ведь просили поинтриговать. Прореагируют. Ну, пошли вниз, а то Пол заждался. Я Полу подбросил одну скандальную историю. Он поехал писать. В доме никого нет. Так что не тревожьтесь. Ты не приготовишь нам коктейли к вопению? С удовольствием. Что будет пить наш друг? То, от чего не мрут. На ваш вкус. Кто из нас больше начитался авантюрных романов? По-моему, вы, Вит, а не я. Документы, которые вас интересуют, хранятся не у меня в номере. Они укрыты в надежном месте. Это вы к тому, что нет смысла ликвидировать вас? Да я на всякий случай. Да чего вы все подозрительный вид? Ну, хорошо. Давайте поговорим на чистоту. Давайте. Мне будет неприятно, если все то, что вы схематично проговорили Полу, обретет форму документов с именами, фотографиями, фактами. Другое дело, что тот скандал, о котором вы упомянули, оброс массой фантастических сплетен. Там больше вымысла, чем правды. Но я его не хочу. Ваши условия. Меня, как и Пола, интересуют имена добрых друзей фирмы Лоренса. Больше ничего. Какой национальности? Нашего гражданства, разумеется. Хорошо, я вам дам имена. А вы, в свою очередь, передадите мне документы, связанные с Гонконгом. Только Гонконгом я определяю весь комплекс вашей информации. Ладно, перенесем встречу на завтра. Да, но уже завтра, Вит. Да, действительно, половина третьего. Ну, тогда на послезавтра.
Во всяком случае, мы вернемся к этой теме после того, как будет освобожден Андрей Зотов. Боюсь, что это сделать невозможно. Зотову предъявлено столь тяжкое обвинение, что к нему сейчас очень трудно подобраться. Засадить человека в больницу сложно, но навестить его... Помнится, мне надо было проведать некую Эмму Шанс. Зачем вы утруждали себя, Витя? Ведь это так тягостно, общение с душевнобольной. И потом, кто может поверить тому, что она говорит? Разве что только такой же безумец, как она сама. Прошу вас. Хотите, я отопью глоток? Но вы же пьете красное вино. Хотя джин это тоже вкусно. Можете попробовать. Действительно вкусно. Прошу. Джон, а почему вы ее называете Гвапене? Она родом из Галисии. А там уменьшительная от Гуапа, красавица. Гвапене, красотка. И так мне больше нравится вид. Угу. Ну так вот, представьте, что тем безумцем, который способен поверить сумасшедшей, оказался я. Но вы знаете, Джон, у меня сложилось впечатление, что врачи сгущают краски. И она не так плохо соображала, когда составляла завещание, по которому вы лишаетесь права пользоваться ее состоянием после ее смерти. Вы должны беречь Эмму, пуще собственного ока. Умница. Она и это вам рассказала. Кажется, это лишает вас возможности наказать ее за то, что она позволила себе высказаться. Ничего, мы что-нибудь придумаем. Во всяком случае, для тех, кто должен заботиться о покое больной. И оградить ее от любопытных посетителей. Ну что ж, у непальцев есть прекрасная поговорка. Когда два крокодила дерутся, разнимать их не следует. Хорошая страна, Непал. Вас не заносила туда судьба? Я очень рад вас видеть. Здравствуйте. Но почему здесь? По-моему, здесь очень удобно. А, ну, эти люди... А, это в высшей степени порядочные люди. А, ясно. Я уже просмотрел тексты некоторых выступлений на предстоящей конференции. Первым выступает посол Чили. Мне кажется, что его ранимая эмоциональность даст хороший заряд заседанию организации. Текст его речи вы получите своевременно, до начала конференции. Не надо. Я буду чувствовать себя скованным. Я люблю экспромт. Хороший экспромт – это заранее подготовленный спич. Возможно. Впрочем, как вам угодно. Кстати, я просил накрыть истинно-малайский стол. Вам нравится их кухня? Ну... Очень рад. Добрый вечер. У вас найдется таблетка аспирина? Да, разумеется. Пожалуйста. Врачи запретили мне алкоголь. Каждая пора нашей жизни, после того, как тебе стукнет 50, оказывается порой потерь. У меня эта полоса началась в 40. Да? Ну так вот, после того, как выступит посол Чили, вторым ударом последует речь представителя Израиля. Никаких эмоций, только факты. Мы не можем позволить, чтобы Советский Блок и Третий Мир перехватили инициативу. Атакуем мы. После посла Израиля речь главы делегации Парагвая. Так. Он скажет, что русско-кубинская агрессия – это угроза делу мира во всем мире.
Ну, а осторожность Госдепартамента США ведет человечество к ядерной катастрофе и потребует немедленного создания всеафриканских вооруженных сил. Его поддержат представители Южноафриканской республики, мотивируя тем, что искры насилия уже залетели на территорию его страны. Он предъявит послам и делегатам фотоматериалы и показания беженцев. Но уже после этого мы можем не опасаться советского блока. Пусть вносят свои предложения. Как поведут себя послы Европы? Я понимаю, что вас в первую очередь интересует позиция Федеративной Республики. Разумеется. Ну, понимаете, по первым прикидкам, позиция Бона будет негативной. Мы предпринимаем кое-какие шаги. Пожалуйста, ваш аспирин. Спасибо. Мы предпринимаем кое-какие шаги, но мне не хотелось бы вас обнадеживать. Главное — выиграть время. А по сценарию, который подготовили мои ребята, ваше выступление приходится на второй день. Да-да, именно на второй день. Я думаю, что за это время мистер Агана наведет порядок у себя в доме. Его люди, как мы полагаем, возьмут все ключевые посты. Управление страной будет в его руках. А уже после этого следует выступить вам. Ну что ж, план симпатичный. А как Франция себя поведет? Я понимаю, что вас беспокоит позиция Европы, но мы задумали всю комбинацию как шоковую. В начале дело, наше дело, а потом договоримся. Мы подготовили вам кое-какие выкладки. Не надо, я боюсь схем. И правильно делаете. Но мы подготовили вам фактические материалы на основании документов, которые не публикуются в печати и не попадают в пресс-релизы. Очень интересно, так. Если позволите, мой помощник доставит их завтра утром в ваш офис. Только лично мне в руки. Да. Ваша задача состоит в том, что, показав истинно националистический характер движения мистера Агана и выразив сострадание семье Жоржа Грисо, вы доказываете, что трагедия, разыгравшаяся в Нагонии, это следствие в первую очередь экспансионистской политики Кремля, который пытается превратить Африку в новый Вьетнам и втянуть Штаты в вооруженный конфликт. Вы предлагаете послать в Нагонию контингенты многонациональных вооруженных подразделений и соглашаетесь на немедленный вывод нашего флота из территориальных вод Нагонии. Да-да, соглашаетесь. Отлично. Значит, мы таким образом заставим Европу занять позицию. Как всякий дипломат, я не очень люблю людей из вашей фирмы, но в данном случае я бы выпил глоток джина за ваших парней, которые разработали такой славный сценарий. Тайком от врачей, разумеется. Мы, к сожалению, не перевели статью русского журналиста Дмитрия Степанова. Он сейчас в Нагонии и пользуется материалами, предоставленными ему премьером Гриссо. Документы только тогда являются документами, когда они подтверждены фотографиями, высказываниями, официальными заявлениями. Степанов привел высказывание генерала Огана. Я повторю это его высказывание. Разрешите, босс? Я не стану привлекать к ответственности Заходите, тех моих ребят, которые вздернут на столбах русских, приехавших в Нагонию. И моим солдатам, и мне понятно чувство ненависти. Конец цитаты. Заметьте, в Нагонию действительно приехало 400 русских специалистов. Но кто эти специалисты? 100 врачей, 40 агрономов, 15 преподавателей университета, 90 геологов, 60 эпидемиологов. И у Агана, этого оголтелого фашиста, хватило наглости во всеуслышание заявить, какую судьбу он уготовил людям, которые приехали, чтобы помочь его народу преодолеть вековую отсталость. Также недвусмысленно Агана высказался в беседе с корреспондентом журнала Chronicle Фрэнсисом Харрисом. Я цитирую. «Мои люди готовы к последнему сражению. Мои люди знают, как побеждать. Мы овладели новейшей техникой. Мы чувствуем крепкую спину в Луисбурге». Вас это пугает? Я пугаюсь лишь, когда болеют мои внуки. Я читал эту корреспонденцию Элвареша. Мне ее передал генеральный директор телевидения. И сказал, что
Вопрос о выдаче этого выступления в эфир дискутируется в правительстве. Если Альвареш все-таки вылез с ним на экран, следовательно, возобладала точка зрения умеренных. Вам не кажется, что вы увлекаете ставкой на одну лишь силу? Точнее сказать, мы. Нагоние — наша общая ставка. Не цепляйтесь за местоимение. И я, мы, какая разница? Так отправьте телеграмму в Штаты. Предложите отменить операцию «Факел» и весь разговор, босс. Что это вы такой встрепанный сегодня, Джон? Запомните, драка со своими — самая унылая штука на свете. И довольно опасная в то же время. И что дальше? Все знают, что операция «Факел» спланирована вами. Всем известно, как высоко оценило ее руководство. Но мне поручено вести политическую линию. Я здесь все-таки, как вы говорите, босс. Если государственному департаменту русские прижмут хвост на чем-либо... Вам что-то не нравится в моем плане? Ну что же, наверное, пора поговорить на чистоту. Признаться, мне не нравится тот дух авантюризма, который постоянно ощущается с того момента, как вы появились в резидентуре. А этот ваш план пронизан им от начала до конца. И в чем это выражается? В том, что вы неоправданно взвинчивали операцию «Факел» на начальном этапе, а теперь форсируете ее завершение без учета реальных политических обстоятельств. Но план операции ушел в центр за вашей подписью. Следовательно, вы санкционировали его. К сожалению, это так. Ну вот, видите. Значит, вас в такой же степени можно обвинять в авантюризме, как и меня. У меня доброе имя в разведке. За моей спиной несколько томов важной информации, добытой мной для государства и президента, в том числе и по главному противнику, по России. Но за моей спиной Трианон, суперагент, который, заметьте, тоже работает не в Австралии. А ваши тома, извините, босс, уже давно сданы в архив. Это не важно. Я понимаю. Вы и меня хотели бы поскорее сдать в архив. Но имейте в виду, что у меня на этот счет свои планы. Что же касается Трианона, о котором вы здесь таким пафосом говорили, то я хотел бы напомнить, что вы были подключены к нему на самом последнем этапе, когда Пилар уже все подготовила. Но включен не безуспешно, надо признать. У меня хватит мужества, чтобы признать мою подпись под планом «Факел» ошибочной. Надеюсь, вы не станете торопиться с этим признанием. Неужели вы не видите, что мы можем оказаться перед угрозой позорного поражения? Америке угрожает позор, если она окажется в изоляции. Если бросит своих друзей, в том числе и в Нагонии, и отдаст Африку русским. Лучше остаться в изоляции, чем влезть в очередную авантюру. Вы хотите сказать, что постараетесь воспрепятствовать реализации «Факела»? Посмотрим. Это вам не удастся. Дело зашло слишком далеко, и операция состоится. Я знал, что вы страстный сторонник ее проведения. Но теперь я, кажется, догадываюсь и об истинных причинах вашей активности. Ну и? Однажды я поинтересовался, не имеется ли у вас личных коммерческих интересов в Нагонии. Тогда вы ответили отрицательно. И я поверил вам. А теперь что же? Ваша активность в этом деле и неразборчивость в средствах. Что вы имеете в виду? Когда я был на днях в Лэнгли,
Мне показали телеграммы, которые вы посылали туда в мое отсутствие. Что же здесь крамольного? Ваше отсутствие права подписи телеграмм переходит ко мне. Я действительно направил несколько информаций, в которых высказал свою точку зрения и дал полезные рекомендации моему правительству и президенту. О президенте и правительстве вы вспомнили только сейчас. А когда писались телеграммы, вы думали только о ваших капиталах, вложенных в кокаиновые плантации в Нагонии. Вы действительно верите в то, что сказали? Мне очень не хотелось бы верить в это. Как, впрочем, и во многое другое. Во что еще, например? Ну, например, в то, что в свое время вы пытались уклониться от уплаты налогов с доходов вашего предприятия в Гонконге, что вам грозила тюрьма, и вы откупились суммой вдвое превышающей ту, которую пытались скрыть от финансового контроля. Что вы погрязли в контрабандных махинациях, что, желая выкарабкаться из финансовой дыры, вы женились на малопривлекательной, но довольно богатой женщине, которую позже при помощи наркотиков засадили в психбольницу, чтобы поскорее перевести ее деньги на свой счет, что, бывая в Гонконге, в Боливии или в Катманду, вы занимаетесь чем-то выходящим за рамки вашей служебной деятельности. Это чудовищная клевета, мистер Лоренс. Кому-то, очевидно, очень хочется рассорить нас перед началом операции. Мы вместе работаем не один день. Вы будете стыдиться этой минуты. Я докажу. Учтите, мы должны действовать сегодня как никогда аккуратно. Игра должна быть сделана безупречно. Особенно с русскими. Конечно, босс, конечно. Я понимаю. Мы все нервничаем сейчас, но мы должны беречь друг друга. Дайте мне помозговать, и я положу вам на стол план развития операции. Поверьте, я так же, как и вы, чту закон и живу по закону. Может, мне лучше уйти? Нет, нет, останься, пожалуйста. Останься, я тебя очень прошу. Но я чувствую себя как-то неуютно. Ты говоришь со мной, и в то же время совершенно отсутствуешь. Я так не могу. У тебя неприятности? Да нет, все нормально, все нормально. Что-то случилось, я же вижу. Хочешь, поедем куда-нибудь пообедаем? Милый, ну что с тобой? Ну не пугай меня. Мне так в последнее время очень тревожно на душе. Эта старая жаба разнюхала кое-что обо мне. Лоренс? Угу. Ума не приложу, кто ему подбросил информацию. Что-нибудь серьезное? Да, не шуточное, надо признать. Но ничего, мы для него тоже кое-что придумаем. Что ты задумал? Он мне надоел. Провалит все дело. Джон, прошу тебя, не делай этого. Поверь мне. Ты находишь, что на электрическом стуле я буду выглядеть лучше, чем в этом кресле? Господи, ну что ты такое говоришь? Ну хочешь, я поеду к Грину. Договорюсь, и он уберет отсюда Лоренса. И что ты ему скажешь? Не волнуйся, я найду подход к старику. Тогда, может быть, тебе легче будет уговорить его, если ты ему расскажешь про Эму, про плантации, про Гонконг. Неужели Лоренс знает? И про Катманду тоже знает.